Очень странное впечатление от зимы. Буквально на глазах растаял снег. Меня не было 3 дня. 3 дня назад здесь были еще сугробы. И, в общем-то, очень интересно. Вот эта вот сочная зелень, вот когда на нее смотришь, вон можжевельники казацкие, сосны горные, там рододендроны, опять же, седумы, которые вышли зелеными же. Ты понимаешь, что да, хвойные весной, ну, реально рулят. Вот эти вот сочные краски, которых не хватает. Пока еще бардак, пока еще все подсыхает, но мы уже готовимся к открытию вовсю. Еще переживала за голубику, сейчас к ней подойдем, потому что вот так вот она здесь и зимовала. Не лежа, ничего. И, в общем-то, полет нормальный. И это не может не радовать. Есть ли потери? Да, есть. Есть. Похоже, была какая-то холодная полоса. Немножко по краю вот этот ряд яблонь зацепила. Вот. А, нет, даже вон живая. Вот какая-то небольшое количество осенних свежих посадок, но их совсем-совсем немного. Очень много переломала. Но вот самая большая засада это заключается в том, что очень и очень много переломало всего. Но у всех есть секаторы, поэтому это не самое странное. Странное, конечно, как повели себя привычные нам культуры, как повела себя ель обыкновенная, ель колючая, которая более чем зимостойкая и устойчива. Вот они, конечно, дуркуют. Некоторые рододендроны, ну и кое-какие розы тоже можно было бы ожидать лучшего. Знаете, куда сейчас пойдем? Мы сейчас пойдем там, где в прошлом году были соревнования по созданию садов, и посмотрим, что там. Вот еще буквально чуть-чуть надо подождать, и здесь все зазеленеет. Но перезимовало, все неплохо. Скальные можжевельники были прикрыты сеткой. И видите, немножко в таком в полуопущенном. Сейчас начнется активное сокодвижение. И они встанут и будут бодрячком. Но пока что к ним претензий нет. Ну, как обычно, нам никогда ничего не нравится. Снега очень много, плохо. Снега мало, плохо. Зима суровая, плохо. Зима мягкая, плохо. Прям не знаю. Давайте посмотрим, что у нас с садами. О, с садами у нас интересно. Это первый сад. Здесь сразу видно, что здесь погуляли мыши. Смотрите, мышей вообще в этом году очень много. Это извилистая ива. И вон следы от их зубов. Но погрызли они только одну. Все остальное многолетники срежутся, и будет очень неплохо. Второй сад это делали девчонки из Самары. Здесь погуляли землеройки, похоже. Немножко поломало гортензии. Газон надо будет причесать, и он будет в отличном состоянии. Так просто выглядит в осенний период. Ну вот это газон, это метлик. Это из метлика. Сад победитель. Я болела не за них. Но надо сказать, что в данный период времени этот участок выглядит лучше всего. Именно за счет пихты, за счет можжевельников. Это такой некий беспроигрышный вариант. Вот сад геолога. Он в летний период один из самых красивых. Но даже, если честно, несмотря на такую где-то сухость травы, тем не менее, сейчас подальше отойду, вот в нем есть определенная прелесть. О, у нас крокусы зацвели.
Да. Вот он репейник. Вот он репейник без снега. Я, наверное, сегодня еще покидаю зарисовки, покидаю фотографии хвойных, что люди присылают, как у кого перезимовали, какие есть проблемы, потому что примерно, конечно, после такой зимы проблемы у всех одинаковые. Ну и дойдем еще до дальневосточного уголка, посмотрим, как перезимовало все там. Но мы почти готовы к открытию. Это удивительно.